дома стоять сейчас перед плитой. Вот, и вот этот вот валик, он меня, конечно, чуть-чуть спасает, но я нашла прикольный марафон по осанке, который будут вести врачи, которые как раз-таки этим занимаются. И завтра напишу вам об этом пост, не пропустите, потому что я буду сама участвовать, чтобы вот этот вот знак вопроса не остался со мной, и я не стала горбатой старухой в 33. Завтра ждите пост. Что, за ваше здоровье? Кофеманы меня поймут. Как вы здесь вообще держитесь, когда ваши кофейни закрылись? Я вот купила кофемашину. Вы мне спрашивали, какую? Вот специально показываю DeLonghi Dynamica Plus. Dynamica Plus. И здесь хочу вам показать, что есть все. Капучино, кофелатте, капучино микс, горячая вода, лонг, эспрессо, латте макьято. И еще я делаю малому... А здесь какао. И эта машина отлично работает с овсяным, рисовым молоком, в общем, с альтернативными молоками, если можно так сказать. А сейчас скажите мне вообще, кофеманы, как вы там держитесь? Я даже поставлю опросник. Еще один утренний ритуал вместо лимона. У меня каждое утро теперь ложка вот этого иммунопротект пасты. Я вам отмечу их страничку, вы прочитайте, но я только начала пить, я сдам курс в течение 4 недель. Потом, конечно же, дам вам свой результат, но это было вкусно, и нужна вот такая чайная ложка каждое утро. Ну, а состав я вам потом расскажу. Я побежала, у меня сегодня работа. 100 лет не была рубрика «Помада дня». Напомню, что у меня есть сохраненные сторис, которые так называются, и все помады я дублирую в своем телеграм-канале. Итак, вот это вот на губах, очень удачный бежевый цвет, это матовый вот такой карандаш-помада от NYX, называется NYX Lingerie Push-Up, и цвет называется Lip Lip 08, с мятным немного эффектом и очень стойко. У меня таких помад 2 любимых цвета, второй ищите в телеграм. Девочки, кому актуально, кто беременна или планирует беременность и хочет к этому подготовиться, можно подключиться к бранчу для будущих мам и посмотреть все лекции, которые будут в записи в течение недели. Для этого нужно написать на нашу почту mamaslet@gmail.com. В любой момент можно будет их показать мужу, бабушке, свекрови. Следующий спикер у нас гинеколог-акушер, это Олег Маланчук. Мы его ждем. Осматривает свои ручки и так далее, все становится более открытым к общению, уже узнает хорошо родителей, вот где-то с полтора месяца уже это начинается, когда возникает так называемый процесс оживления ребенка, когда он улыбается. Давай небольшой тизерок нового видео. У нас сегодня импровизированный пикник на балконе с вином и стейком, который вот-вот-вот-вот скоро будет готов. Что ж, вечер не может быть томным, потому что у меня тут планируется варенье из замороженной черники, я ее нашла. Есть немного взгрустнувших яблок, будет варенье из черники взгрустнувших яблок с цедрой лимона в новой мультиварке Тефаль. В общем, я не знала, что в мультиварке можно готовить с открытой крышкой, но оказывается, так и да. Поэтому сейчас включим, ну... Понеслась. Сейчас она будет нагреваться, потому что черника была замороженная. Так интересно, слушайте. Вот она нагревает его, проварила чуть-чуть. Хоп! Снизила градус. Опять проварила, снизила градус. И вот так вот несколько раз, потом просто варит. Потом вообще не варит. В общем, какая-то технология. Всем привет! Сегодня мы на моей кухне, а значит, будем готовить. Я бы даже так сказала, путешествовать. В ближайшее время путешествия и выезды за границу нам с вами не светят, поэтому все, что остается, это баловать себя какими-то новыми вкусами. Ну, в общем, готово. Чернично-яблочное с цедрой. Я только что попробовала, это было очень вкусно. За 40 минут. Шок и трепет. We'll be right back.
Ну что ж, ребятки, сегодня я буду учить вас, как пукать незаметно. А поскольку людей оказалось очень большое количество желающих узнать эту информацию, я в сторис спросила, кто хочет, чтобы я сняла эту тему, насущную и актуальную для всех. Это звук. И во-вторых, это запах. Значит, сразу скажу, если вы будете брить свой анус, будете брать бритву и выбривать анус или там какими-то полосками выдергивать свой, обдергивать вокруг ануса все, да, вот эти волосеночки, то ваш пук будет очень таким звучным. Для того, чтобы не было этого звука, значит, лучше анус не трогать, не брить, не выдергивать оттуда волосы, не мазать никаким депиляционным кремом. Анус